В Архангельской области будут судить двух человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции. По версии следствия, 39-летний Роман Сивков и 27-летняя Дарья Брагина организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 граждан стран СНГ, Прибалтики, Африки и Индии. С 2015 по 2020 годы за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем фиктивной постановки их на миграционный учет по месту пребывания, фиктивной регистрации по месту жительства, заключения фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, организации фиктивного брака иностранного гражданина с гражданкой Российской Федерации, организации фиктивной сдачи иностранными гражданами экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства, а также получение ими сертификата о сдаче такого экзамена. Сейчас Сивков и Брагина под домашним арестом. Дело направлено в суд. Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет тюрьмы.